Пикирилли. Кто я? Большое яблоко. Самое известное прозвище города Нью-Йорк с 30-х годов прошлого века. Я знаю, кто я. Я город Большое яблоко. Я свидетель непрекращающейся борьбы маленьких и огромных трагедий повседневного счастья, безумия и мести. Я утечка газа на городских магистралях, скачки цен на съемное жилье и забитые трубы канализаций. Я вой пожарных сирен, я давка в метро. Я нашествие крыс и бешеные еноты в Клойстерс. Я трехметровые горы мусора. Я гопник, вырывающий из рук старух кошельки. Я забулдыгой наркоман, подыхающий под каменным сводом моста в Централ Парк. Я мексиканский картель, вертящий свои дела с русской мафией. Я холодный ветер и ледяной камень. Я грохот вагонов метро и сумасшедший маньяк, толкающий на рельсы случайную жертву. Я давно забытые арки и статуи. Я сокровищница. Я бесценное искусство и знание. Я пролив Истривер, река Гудзон, река Гарлем, остров Элис и центральный городской тоннель. Я музей истории и науки. Я музей современного искусства. Я подводный тоннель Холланда. Я Бруклинский мост. Я больница Никкербокер. Я остров свободы. Я веран Ценарус, Вашингтон Бридж. Я верхние и нижние бухты. Я грабитель, убитый на нижнем этаже Сити Банка в районе Ист Виллендж. Моя душа отлетела туда, куда отлетают души всех жителей Нью-Йорка. Теперь я город. Меня зовут Гугенхейм, Рокфеллер, Трамп, Леннон, Дакота, Челси, Уолдорф Астория, Плаза, Новый Амстердам, Вестсайд Хайвей, Пятая Авеню и Площадь Святого Марка. Я успел запихать в свой рюкзак примерно четверть ляма. Наводка, которую дали нам Зака, оказалась гнилой. Я предчувствовал, что так оно и будет. Никто ничего не просил взамен. Черти, от которых мы ее получили, недавно вышли на волю. Когда отсидевший на нарах черт говорит тебе, что у него есть четкая наводка, забей кулаком, бледини зубы в глотку по самой гланды. Если бы у них были четкие наводки, они бы не парились в зонах. Я бомбил банки, оружейные магазины, заправки и виноводочные не первый год. И ни разу не был в тюрьме. Вот только сейчас, зажатый скальной породой, железом, кабелями электросетей и водопроводными трубами. На нижнем этаже хранилища оказалось четыре охранника. Не три. Четвертый стоял в секторе с банковскими ячейками и флиртовал с клиентом. Она была симпатичной, и я не винил его за это, даже после того, как он меня застрелил. Если верить надписи на бейджике, охранника звали Лук. Женщину он называл Джойси. Я направил на него ствол, но засранец был реально быстрее. Похоже, оттянул от звонка до звонка патрульным, прежде чем выйти на пенсию. Он выхватил из кобуры пистолет раньше, чем я успел в него выстрелить, и всадил пулю мне в ногу. Точно в бедренную артерию. Я мог просчитать свои шансы, потому что теперь я компьютер я бухгалтер я десять миллиардов документов и книг на библиотечных полках я истеку кровью раньше чем зак успеет сбежать по ступенькам я слышал как он два раза пальнул из своего дробовика и хотел попросить его остановиться а я площадь колумба я Таймс Сквер, я Бродвей, сердце театров, селезенка искусств, сто миллионов огней разбитых сердец, великий белый путь. Я проклятие Янки, мизантроп, кто боится Вирджинии Вульф, кошки, призрак оперы, отверженный кукольный домик, дядя Ваня, Гамлет, настоящий запад». Yeah. кареты скорых, освещающие переулки рваным светом проблесковых маячков во время затишья в периодах драмы. Я — виск патрульных машин, расслабляющий вашу прямую кишку между актами. Я — театральные афиши, постеры, плакаты, овации и пятидесяти недельные марафоны. Я — двухактовое шоу, открывающее Новый сезон! Я дрожь премьерного показа и последние финальные кастинги. Я уже исчезаю в полу. Я мертвая миллисекунда. мире секунда. Больше нет никакого смысла дышать, а раздувать легкие словно меха. Возможно, Зак и удалось бы уйти, но без меня у него не хватит на это мозгов. Его возьмут раньше, чем он доедет до Бронкса. Балбес погонит по девятой и упрется в пробку. К тому времени его фото и номер машины будут у всех постовых. Сейчас я часть индейцев, часть их смешных и глупых традиций. Я могилы ста тысяч их соплеменников и амстердамских первопроходцев. Я пыль, кирпич, я красиво вытесанные вручную, булькающие водостоки горгульи. То, кем я был, теперь лишь тихий свист ветра, зовущий издалека. Я, расползающийся на полу лужа крови, уже полная мух, слишком липкая, чтобы потом вот так просто ее оттереть. Я бригады наемных уборщиков, работающих здесь по ночам. Я раскаиваюсь в том, что я сделал. Я неплохой парень, я сожалею о своих грехах. Я проплываю сквозь стены и вижу, как Зака паникует, зовя меня по имени. Я Empire State Building. Я руины башен Всемирного торгового центра и заново отстроенные небоскребы. Я миллиард метрических тон костной муки, я десять тысяч говенных сувенирных лавок, продающих свои говенные безделушки туристам, я футболки с надписью ты мое сердце Нью-Йорк, я плакаты. Наклейки на бамперы, солонки и перечницы в виде фигуры Кинг-Конга. Я коврики для компьютерных мышек с изображением статуи свободы. Я морской порт Саут-стрит, парад на День Благодарения и толпы ряженых на Хэллоуин. Я пивные. Мужские закрытые клубы, Стрибары и гей, кучкующиеся на своих пятачках. Я эхо, потерявшееся в здании общественных байн. Я Платос ретрит мертвая диска, студия 54. Я силуэты высоток, пронзающие шпилями ночное небо символы красоты, богатства и торжества технологий. Когда я был человеком, все это вызывало у меня отвращение наравне со злобой и завистью. Теперь я. То, чем меня заставили быть. Зака, идиот, продолжает выкрикивать мое имя. Если бы я не умер, Завтра бы точно куковал в тюряге. Перед тем, как мы вышли из машины, я еще раз напомнил ему не называть имена. Я носил маску гориллы, а на Зака была маска какого-то супергероя, которого я не признал. Вот Лу – профи. Он проверяет у меня пульс, не находит его, опускает руки и вздыхает. Я ценю этот вздох. Это очень искренний и человеческий звук, словно кто-то прошептал мое имя в дальнем темном углу. Джойси делает шаг к столу, где лежит ее банковская ячейка, открывает крышку и таращится на свои драгоценности, уже прикидывая в уме, сколько она получит за них по страховке. На суде она скажет, что это я их украл. Потом начинает надевать все на себя. Мозгов у нее не больше, чем у придурка Зака. Алмазный браслет, нитка жемчуга, женский роликс. Их блеск ослепляет мои мертвые глаза. Лубар мочит. За все 24 года в полиции я выстрелил из своего пистолета лишь раз. А сегодня я убил человека. И я хочу сказать Лу, что все тип-топ, все нормально. Он коренной житель Нью-Йорка, а значит рано или поздно окажется здесь, рядом со мной. Его чувство вины пройдет, как и угрозение совести. Ведь эти вещи не стоят здесь ничего. Из них не сложить небоскребов, не вытесать гранитных горгулей. Их не положить под стекло на выставке сокровищ короля Тутта. В конце концов, это же самый большой город в мире. Конечно. Все мы рано или поздно окажемся здесь. Кто-то еще верит в другие варианты рая и ада? Я – флотилии армянских и иранских таксистов. Я – толпы полуживых доходяк с резиновыми скребками в руках – Волочащие за собой магазинные тележки, заставленные грязными банками, и брызгающие из них на ветровые стекла машин, пока горит красный. Я кино, я море, я кладбище, я окраины, окраинные спальные районы, кишащие отвратительными кошмарами. Лу почти честно дослужил до пенсии, впахивая по шесть дней в неделю. Но в конце концов жадность уложила его совесть в койку, где вскоре уже без труда ставил ее в разные позы, оттачивая мастерство в Камасутре. Начали теряться вещдоки, а тонны конфискованной дури за треть цены возвращались обратно дилерам. Слабый отголосок моего преступного «я» мысленно склоняет голову, отвешивая Лу уважительный поклон. Первый раз, когда я навел ствол на человека, это был винный погребок в Восточном Гарлеме. Тогда у меня в подельниках была одна пуэрториканская отморозь по имени Цезарь. Ему нравилось думать, что он король. Но на большее его думалки уже не хватало. Впрочем, по молодости в моем чердаке ума тоже было немного. Я держал хозяина лавки на мушке, но не стрелял. А Цезарь выстрелил. И когда его сцапали, чертила, не моргнув глазом, сменил окрас и заявил, что это я завалил того мужика. В общем, когда эта сука выползла с зоны, почему-то все еще с кишками в брюхе, я этот косяк мигом исправил. Тогда я был мужиком. Я верил в месть. Четырехдюймовые лезвия моего финаря распорола падали от грудины до паха. Я молча смотрю на кровавую баню. Слежу, как по моим улицам мчатся вереницы скорых спеша довести искалеченные тела до больниц. Столкнувшиеся на перекрестке автомобили кусками мятого железа вылетели на тротуар, размазав по асфальту велосипедистов, роллеров, прохожих и играющих на пешеходной дорожке детей. Кровь бежит в моих сточных канавах вместе со слезами и гомерическим хохотом. Моя собственная кровь просачивается сквозь пальцы Лу и капает на пол. Джойси, как пить дать, использует это в своей схеме алиби. У нее уже придумана парочка ловких штучек. Я был рисковым и резким фартовым. Дерзким. Если я хотел жить по-человечески, надо было закончить школу и отучиться на доктора, а не махать сорок пятом и не пытаться ломануть банк в паре с дебилом наркоманом. Как все, кто живет в Нью-Йорке, я получил то, чего заслужил. Город, которым я теперь стал, каждому воздаст по заслугам. Я предместье рая. Колодцы ада. Я надутая силиконом дуреха-блондинка в очереди на использование. Я летопись чистилище. У меня есть ритм. Я песня. Я крик. Я ангел смерти. И я делаю работу за смерть. Я ожиревший диабетик, гниющий от рака легких. Я, слетевший из катушек гомосексуалист, караулищий своих жертв в мужских уборных автовокзала Порт-Арти. Я сутенер с масляными глазками на раз-два выцепляющий из толпы девчонок, бегущих сюда из маленьких городков вслед за своими несбыточными мечтами. Я Затопленная паранойей и кольцевая ветка метро, застывшая в ожидании ядерного джихада. Я вонь, я секс, я бесконечный палач, я пустые церкви, живущие на пожертвования гангстеров и педофилов. Я дыхание и капризный вес собора святого Патрика. Зака стреляет снова, он не может в одиночку держать всех под прицелом и сходит с ума. Там, снаружи, полиция наверняка уже окружает здание. Он тоже скоро будет мертв. Мое человеческое сердце прекращает биться, и ручеек крови, текущий из раны в ноге, иссякает. Я шлюхи, толпящиеся под мостом на съезде с 59 девятой. Я ночлежки для бездомных, репцентры для наркоманов и платные выездные столовые. Я пылки и страстные студенты университетов. Я первые школьные фильмы про это, сексуальные эксперименты в колледже и робкие попытки добавить что-то свое в общую песню мира. Зака, наконец, сбегает по лестнице. Я знаю, что он собирается убить Лу. Я бормочу что-то в знак возражения, и все банковские ячейки разом открываются. Зака испуган. Лу и Джойси испуганы тоже. Только на одну вон ту нитку жемчуга я мог бы безбедно жить по меньшей мере пять лет. Зака продолжает ломиться вперед, как танк, топая прямо через океан моей крови. Почему бы не оставить еще больше улик, а? Красные отпечатки от подошв указывают на размер его обуви. Его маска супергероя сбилась на бок. Наверное, оттянул ее, чтобы отдышаться. И засветил свое лицо всем, кому только смог. А возмущению моему нет предела. Мне хочется топтать этого придурка ногами до тех пор, пока я не выдавлю из него все говно. Я сутенер, полицейский, пианист, примадонна, священник и живописец. Я перестук копыт, впряженных в кареты лошадей, горцующих перед Пенстейшн в мэдисон гарден Зака снова выкрикивает мое имя. Лу оборачивается и проделывает тот же фокус, что ранее проделал со мной. Безумно быстро, так что его ладонь была на кобуре, и вот уже пуля летит в глупое мясо. Только на этот раз она попадает в голову, потому что Лу стоит на коленях, и ему приходится целиться выше. Зака падает лицом вниз, и его помповик скользит по гладкому мрамору. Джойси с неожиданной легкостью останавливает его, грациозно припечатав к полу каблуком. Поднимает. У нее свои планы относительно Лу. Он поворачивается к ней. Слишком медленно. Я бы мог обрушить на нее все здание банка, но я не поборник справедливости и не карающий меч придуманных вами законов. Я никогда ими не был. Я — город Большое Яблоко. Я — правда, скрытая в ваших костях. В подкорке вашего мозга, в ямах ваших глазниц, я самый большой город на лике земли. Я ⁇ смерть, и я ⁇ жизнь. Я инфернальная сила всех ваших богов, и останусь таким навсегда. Конец рассказа! Эксклюзивный перевод Павла Павлова Текст читал Владимир Князев Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.